Ну что, очень у нас получился, я бы сказал, классный конкурс отчетов в этом году. Хотя не вышли тут отчеты в клубе, которые, как бывает, были у нас по четвергам. Ну, в следующий раз проведем его в интернете. Народ просто так взялся за перья и за клавиатуры, что получился целый парусный пен-клуб. И действительно, вот любой, совершенно любую историю, любой отчет с огромным удовольствием можно было прочитать. И те, кто как-то вот там хорошо писал, там литературный, кто не очень, самый там скромный, например, там отчет по Верхневолжским озерам какой-то был. И все равно тот, кто туда пойдет, будет знать, и на какой турбазе машину можно оставить, и между какими протоками, где там сколько лет висит, чтобы шкурку не попортить, так сказать, свою. Все, пригодится информация. Ну, не говоря уж там о супер художественных произведениях, тут кто задал, конечно, Володя Еремеев из своих там дальних стран и своими историями, и тем, что фактически здорово нас всех организовал, подвигнул своими призами. Ну что, тогда с них мы, наверное, и начнем. Дим, кто тут главный, так сказать, большой переказчик? Да, давай. Вот, началось. Так, значит, будучи представителем Вовы Еремеева в Москве, первое место было присуждено отчету Андрея Донцова. За наибольшее художественное достоинство. За страшно художественное достоинство. Вот. Мне очень стыдно вручать этот приз, потому что я там фигурирую, по-моему, как злой дух Ембуя во всем отчете. Так задумывался. Вот. То есть отчет начинается с моей фамилии, заканчивается с моей фамилии. Господа, да, можно. Из дома без него выходить нельзя. В туалет пойдешь. И скорость. Главное про скорость не забывать. На самом деле самое главное то, что ответная речь. Да. Как всегда, экспромт, не готовым. Вот. А самое главное, что эти вещи, они людей объединяют очень здорово. Не вот эти вот, а участие в таких мероприятиях очень здорово людей объединяет. Потому что, ну, уходим мы как-то сами по себе, там куда-то поехали туда, куда-то поехали сюда, там пообщались с кем-то, сюда зашли, хороших людей встретили. Замечательно, все хорошо. Но как только появляется некая цель, ради которой, ну вот, хочется, ладно, я сегодня спать лягу попозже, я сегодня немножко посижу, потюку на клавиатуре, да? Да, с фотографиями поработаю, еще с чем-то поработаю. Это замечательно. Когда я сказал дома, вообще самое главное, вот лично для меня, была оценка нашего путешествия, не то, что вот там подарок или еще кто-то. Когда моя жена сказала, ну, наверное, что-то там есть, раз вам из Америки подарок прислали. Высшая оценка была. Да, поэтому я хочу сказать, что это здорово, что ну, спасибо. Так, мы здесь сегодня собрались, да? И, да, я продолжу. Не, можно. Совсем кратко, так сказать. Вот то, что вырос у меня, так сказать, может быть, не совсем. Тема, так сказать. То есть самое главное, конечно, вот, в жизни, так сказать, простого ролевого, это, конечно, надуть балу, срубить дерево под мачт, потом написать отчет. Вот, отчет это самое главное. Чтобы все знали, как. Да, погоди, значит, давай, вы не уходите, а я просто, чтобы закончить свое выступление, уже публиковали в интернете, что было принято решение наградить трех человек. Трех человек, но я здесь вижу только одного. Из трех, которых мы собирались наградить. Это был такой малый совнарком. В очень интимной компании. Он не имеет никакого отношения к отчетам, к художественным достоинствам, ко всему. Нет, к интернету он имеет прямое, непосредственное отношение. Значит, есть три человека, которые, по моим понятиям, ну, сейчас держат вместе в напряжении. Это, в первую очередь, конечно, Чайки. Вот. Жалко, что его здесь нет. Во вторую очередь, это Калачи, который
ну, всех пугает эта некая страшилка такая со своим. Где он змей? А что, Калачихин есть? Да. О! Тогда! Значит, Калачихин на сцену! Мы просим! А слона-то я не заметил. Ну и третий, это Гриш Шмелин. Значит, то есть вот три человека, которые сделали виртуальный клуб, реальный, вот, которые объединили здесь. Я думаю, что здесь много народу не присутствует, как это, не участвующих в клубе. В московском парусе тот клуб. Вот. Но тем не менее, это мы самые, значит, мы решили, что, значит, присваивается звание капитанов и вручается личное оружие. Но так как у нас парусники складные, вот, то и оружие будет складное. Ну, а третий, соответственно, Чайкину, чтобы оно плавалось и резалось. Спасибо. Спасибо большое. Вам очень... Спасибо. Самый первый отчет. Очень благодарен. Да, я вот первый сайт, Володь, по-моему, нашел именно вот. Спасибо огромное. Не знаю, я там не ручаюсь, но вот как и первый. Спасибо большое. Ну вот черт его знает, как он здесь. Ну, у Чайкина их было несколько, они как-то менялись адресами. И сначала, потом вот сейчас уже таверна пошла, она, которая действительно такой клуб стал общий просто. Фактически, как автору для там автомобилистов, сюда уже и их цвены ходят, и все. Ну что, помаленьку, кто что может, стараемся. Спасибо. Так, ну продолжим раздачу слонов, так сказать. У нас тут, правда, да, комплект. Ну, во-первых, сам Володя Еремеев завоевал у нас сразу два приза, даже три. Значит, во-первых, у него самый большой переход оказался. Ну, вообще, по отчетам, господа адмиралы и капитаны, кто там пишет, сколько часов шел, кто там сколько километров, кто там вот причалили, да как мы там это дело отметили. Ну, чтобы вот четко было написано весь, как говорится, график, это, так сказать, редкие-редкие товарищи. Вот, так что трудно было, в общем, определить, но у Володи как раз совершенно четко. То есть, представляете, переходы там 75 миль, 85 миль. То есть вот человек сел за румпальник и вот столько сидел, да. Значит, Игорь, а где твоя кофта? Вот. Это действительно вот Игорь сделал. Так, сейчас. Приз. Ну, вещь, конечно, из другого шверта. Он ее хочет еще и помыть, я говорю, вообще, что не надо. Потому что как боевая грязь, она почетна. Ну, как бы. Вот единственное только, что какая-то справка нужна там для отправки в Штаты. Вот черт его знает. Собака не сильно породит. Да, вот вы, Сереж, запечатлели. Гриш, Гриша, ее надо свету, вот он говорит, нихуя. Ну черт, ладно, тогда отдельно, может быть. Без вспышки. Поаккуратнее там, чтобы получилось что-нибудь, чтобы хоть показать там. В интернет выложить. Сверху, теперь Андрей Бастин из Казани, значит, презентует кассету и альбом о Казанском ралли, который я просто забыл захватить сегодня. То есть мы, значит, встретимся, я тебе как-то передам там около академической. Приз симпатии Володи, который фактически замутил этот конкурс там большей части, вызвал энтузиазм народа вокруг него. Ну и он персонально ходатайствовал там о выделении ему мышевого коврика, который, конечно же, был заначен для такого дела. То есть это я сразу, так сказать, выделяю в дополнение. Вот. С фотографиями. Так, ну еще у нас есть большой приз, который не приехал. Это там же спасжилеты от Малера, которые Воробьёв там должны достаться. Но где они, черт их знает? Они куплены. Они куплены. Вот мужик Роман сказал, что они честно ездили к Венгрову там и закупали. Вообще, вот Гриша, вот эта история, в общем-то, она как бы не там поход не потянул там на первый. Коротковато, как метров. Но они так
голову в один сторону, потом голову в другую. Северную Карелию, там, на озеро Сангал. Съездили. Это кошмар какой-то. И вообще, отчет набрал там больше всех голосов там, по причине своей лихости. Вообще, то ли у них друзей много в интернете. Врать не будем, друзей много. Греш. А вот в центральном случае история хорошая. В центральном я сидел в одной комнате до недавнего времени. Пока я не стал пенсионером. Мир тесен, да, как обычно. Да. Все стягивается к углам. На что Травня сегодня сдал экзамен в аспирантуру. Да. Философия, так что его можно тоже поздравить. Да, да. Спасибо за скромную оценку. Ну ладно, как вам теперь выцарить вот эти жилеты? Ну там разберемся, напишем. Главное, спасибо. Главное, участие. Значит, еще вашей компании... Юрий Матанов, фотограф, такие совершенно изумительные сликерские снимки представил. Ну и вот, да, такую, значит, маленькую штучку, где его как раз вошел сликерский кадр. Да. Так, значит, кому еще прочитается фотографический? Дима, Дима, да. Вот тебе тоже. Тебе тоже. Хотя, так сказать, твоей панорамы здесь нет, потому что коврик вот такой надо. По числу голосовских и пейзажных снимков вот на втором месте после селигерских туманов беломорские панорамы. Так. Значит, хотите сейчас не запутаться, потому что столько как бы, всего у нас тут было. То есть я тут как-то плавно перепутал и отчеты. Да, ну что касается фотографий, значит, фотографии предполагалось там делать конкурс по трем видам. Ну, экстремальные снимки, пейзаж и жанровые. Ну, жанровые как таковые, ну, что-нибудь, народ, там, банки моются, они как попадались, но отдельного жанра не составили. Поэтому мы выделили, так сказать, ну, все такое сколько-нибудь экстремальное, и в основном все остальное пейзаж. В части совершенно, так сказать, однозначный лидер, там, только кто-то один, там, из скромности, может быть, там, сам автор, там, не отметил этот снимок, это вот расхождение, как расходились там Долматов с кентавром, лихо там. Кентавром и Симп. А, Симп? Нет, по-моему, там не Симп. Симп, смотри, такой коврик, это Симпа. А, да. Ну, это я так, еще в остатках горячечного бреда. Ладно. Так, кстати, где там Петр Воробьев? Я сюда жилет приехал, Ну, Роман, надо выйти на повторный выход. Давайте мерить тогда. Не Куповичу там, да? Кстати, я хочу отметить, из всей команды я единственный, кто не умеет плавать вообще. При этом зря. Научим! Я бы в этой команде не стал. Ты не любишь плавать? Один сверху, другой сверху. Более толстый человек. А капитан будет тонуть вместе с судном. Он должен уйти последним. Ну все. Ну супер. Вот так на работу будете ходить. А мы его поддерживаем. Я считаю, ну, пора. Завтра. Завтра. Лёд будет только кломами обкалывать вокруг. Или лыжи приделать. Так, ну еще один коврик, кстати, получает и Петр. Вот Клан Воробьёвов на этом, так сказать, вот тоже вот этот снимок, как попавший, так сказать. Немой. А чё? Тихомиров. Ах, Тихомиров. Они же по пороге ходили, ты чё? Слушай, я, значит, вас... Ну тогда поправляй. Да, извини, извини. Ну какой охрана, опять же, а то через границу, да, не пропустишь. Так, сейчас. Да, значит, у нас был принцип журнала «Мир ПК».
Вот я когда-то вот имел там дело с журналом «Мир ПК», но у меня как-то вот абсолютно не складывалось, что Алексей Орлов, который главред «Мира ПК», и Алексей Орлов, который там номер какой-то тут вот у нас в клубе фигурирует, что это один и тот же человек. Так бы, вот, ну вот, вот. А оказалось, что вот так. И он сам выбирал, так сказать, придирчиво там, и присудил, так сказать, свой приз, подписку вот Сергею Успенскому за его «Ладогу». Адресов я ему уже переправил, так что должен теперь получать. Вот. Так. Да, про, кстати, про жилеты, как Роман и сказал, это, значит, строительная компания «Малер» нас осчастливила, которая живет, по-моему, в Солнечногорске, да? Вот. И вообще очень здорово, что появляются такие люди, которые... Которые хотят нас осчастливить. Да, которые хотят нас осчастливить. Просто повезло, что они могут сделать это. Я так считаю. Ну, не все к этому стремятся. Так, ну пока еще не все люди балуются. Не все еще понимают, насколько это здорово. Таня Успенская, она звонила, что она сейчас уезжает. Значит, ей мы заначили этот самый коврик. Я вернула. Она там объявится. Значит, теперь тут вот еще одному автору причитается вот этого снимка. Бери, что ты? Так, значит, в Казани я уже Андрею отправил. С Игорем. Ну, это твой, брат. Фотографические действия мы более-менее разобрались. Сейчас, ну, если я тут выясню, Лёш, ты мне как-то кому еще что забыл. Адрес-то есть теперь. Так, теперь... Можно в большом объеме. Теперь, Виктор, ну, наверное, давай тебе слово дальше. Значит, теперь клуб учредил в этом году свой конкурс отчетов, на который предполагалось принимать отчеты в любой хоть в кино, хоть в фото, хоть интернет, хоть письменный. Но, видимо, произошла революция в нашей письменности, потому что вся письменность ушла в интернет, и кроме как интернетовские отчеты, ничего больше, никаких отчетов было, не было представлено. Поэтому клуб рассмотрел эти же отчеты и по критерию наибольшей полезности для последующих путешественников вот присудил три лучших места, выделил. Как ни странно, они почти совпали с теми отчетами, которые завоевали и другие призы. Вот. Но что мы хотим отметить, что одним из критериев, который послужил отсеиванию отчетов от конкурса, это то, что они были неполные. Как ни странно, из 23 отчетов, по-моему, только у 6 отчетов были карты внутри. А ведь это же очень неудобно. Ну, конечно, все знают в общих очертаниях, что такое Белое море. Но когда читаешь отчет, у тебя в кармане нет белого вот этой карты почему-то. Так что вот призываю хотя бы какие-то карты впредь в отчетах помещать, чтобы было видно, чтобы можно было написать. Какие карты в отчетах можно освещать? Играли. В связи с введением систем оперативно-розыскных мероприятий. Это уже обсуждали. Дело в том, что большинство карт, по которым мы ходим, они попадают под уголовно наказуемое... Можно в отчеты помещать карты, купленные в магазине. Сканируешь пачку Беломора. Я понимаю, что большинство походов можно просто по глобусу показывать. Да нет, у вас не такие большие походы пока. Ну ладно, ладно. Если 85 миль за переход, это можно показать по глобусу, я вас уверяю. Ну вот, в общем, в результате... Ну, выпустить глобус по ходу в конце. Есть глобус вот Украины? Такой полезный и достаточно полный отчет был написан Черновичем о плавании по Белому морю, который занял у нас на конкурсе почетное третье место. Клуб
за эти походы выписал, как всегда, грамоты. И вот Чернович может получить и ее соответствующую грамоту. Его, по-моему, тут когда нет. Появится. Да, когда появится, значит, получит. Все получилось. Почетное второе место присуждено отчету, представленному Донцовым и Князевым, который, то есть, вы тоже удостаиваетесь и нашей грамоты. Благодарим за участие. И следующие года, даже... Мы практически уже подготовили новый отчет. По 2003 году, и мы скоро пройти. А зачем? И, наконец, лучшим, в смысле полезности, сценарию ходить. Отчет был признан, отчет Александра Протаса о плавании по Белому морю. Ему вот вручается диплом за первое место, и, кроме того, приз от... Авторский приз от Валерия Михайловича Перебудова, его книжка, поскольку они ходили на альбатросах, а альбатросы как-то вроде тоже, он, тоже лодки. От Перебудова идут свое происхождение, то, может быть, эти новые соображения в книге будут послужат вот усовершенствованию флота у Протаса. Так, их тоже не видно. В общем, кто знает, передайте, а мы там с ними можем связаться. Да, ну они подключили. И, кстати, они тоже получают там приз вот Володи Еремеева еще один. То есть отчет у них вообще отличный. Я себе распечатал тоже. Причем именно на альбатросах ходит, так сказать, вот на перебудовской конструкции. А вот в книжке Байбакова, которая вот не издана, к сожалению, печатна, но у него там есть такой эпизод, что он встречает какую-то компанию на альбатросах, и там что-то у них идет разговор за трудности морских походов и плавания, и они там видят, что это сам Байбаков, который в катерах и яхтах там писал статьи, и вот на него ссылаются, как бы, а Байбаков пишет, что ну да, я писал, что здорово плавать по Белому морю на катамаранах, но не на альбатросах. Ну вот, народ же, оказывается, ходит даже. И, кстати, ну, наш, так сказать, на этом банкет-то не кончается. Вот уже сегодня я получил 13 мегабайт от Виктора Буськова, который тоже ходил по Белому морю на альбатросе, но с новыми баллонами, вот чайкинскими. Но еще дня несколько, значит, это все там обработается, выложится. То есть, ну, это уже не конкурс, но не в нем счастье. Но, так сказать, да, идут уже, так сказать. И, кстати, хвалит он эти баллоны, но и ругает тоже. Ну, прочитайте там, за то, что бьют их сильно встречное волнение в скулу, вот эту большую плоскую. Это оказалось вот не очень хорошо на Беломорской волне. И еще один интереснейший пришел, ну, отчет, не отчет, но письмо. Тоже положу его где-то на днях в интернет. Год назад писали ребята из Киева, там у них какой-то клуб, не клуб, небольшое такое сообщество, Азимут, что они собираются на Камчатку. Так и сходили. Успели они с, на Ключевскую сопку слазить, в долину гейзеров там смотаться. Правда, вот морская часть у них, а писали они, что у нас переделанный простор и Азов, два катамарана. Значит, есть одна фотография, ни на то, ни на другое не похоже, непонятно что. Как бы, но вид солидный, в общем так. Ну, явно покрупнее простора, но не Азов перебудут. Наверное, два вместе взяли. Да. Причем мы, говорят, там все фигня, говорят, можно ехать смело, брать билет, на месте там договориться с погранцами, с ФСБ. Мы там искали, искали, бегали, начальника заставы так не нашли, так сами ночью и пошли там. Но, говорит, даже готовились к приливам, трехметровым волнам, а вместо этого был штиль полный и туман. То есть они тут свой маршрут не прошли, который планировали там километров 600, но все-таки походили даже по океану. Несколько фотографий есть, там медведи по берегам ходят и все такое. То есть вообще такие интересные вещи делаются. Это монтаж. Я знаю, как это сделать. Вот. Так что пора, собственно говоря, конкурс объявлять. Сразу, не оправдываю долгий ящик.
Мы сейчас вот все и сделаем сразу. То есть, главное это отчет. Будут новые походы, это не главное и начать там... писать отчет уже сейчас. Да, там уже заранее можно. Можно не ходить. Если фантазия богатая, можно не вставая со стула. На этом месте мы должны перевернуться. Не, вот это не каждый испытал, поэтому будет неубедительно звучать. И такая вот, как у нас получилось на этот раз, что народ выставляет свои призы, там присуждает их. Очень здорово как получилось. Но как в мультике, помните, про удава и мартышку, там воспитанная мартышка, она, так сказать, делится бананом с товарищами, все довольны. Но если нам, так сказать, будет что делить, у нас появятся там спонсоры какие-нибудь богатые, то мы устроим, наверное, ну, какой-нибудь круг капитанов, то есть каждый там из капитанов, участвовавших в этой походе, в этих походах, будет там голосовать за все отчеты, кроме своего. И все будет у нас просто супер, я думаю. Да, ну вот еще последний штрих. Значит, первый прислал отчет, который долго там был вообще сиротливым в одиночестве, долгие месяцы. Вот Виктор Николаевич Белоузеров, чем его образчик, он как раз может служить такой классикой туристической, где все там таблицы на месте, график переходов. Вот если решать там молодежи делать жизнь с кого... А сейчас впереди славный день 8 марта, оно, конечно, за прекрасных дам, и на сайте Waterpride будем смотреть, как там у гадкого утенка дела, он как раз стартует, так что за тех, кто в море, можно? Не забывать. Немножко. Да. В честь 8 марта, в честь проведенного, так как вас обвинили в лихости отчета, мало пройден, зато... Она была важной частью нашей жизни. И господа, кто хочет услышать нас франту, я могу его сказать. Там, да. Если будут желающие, если будут, я не буду. Я болею. Так что если желающие слушать, то высказывайте. Конечно. Ребята, все туристы, берите и рассказывайте. Андрей, пожалуйста, пожалуйста. К сожалению, материалы вот я сохранил. Да, вся была выгода. Вся была выгода раньше. А я думал, не догадайся. Во все. Господа, капитана, мы, по-моему, пьем за дам. Там все взяли. Господа рулевые! А что? Где ваши руки? Госпожи матроски! Это за вас. Ура! За наших дам! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! 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 Я больше 1% не могу.
Насколько я понимаю, две нужно 1200, да? 250, которые хочет Кулик. Ведька их отдаст, конечно, за эти 250 без вопросов. Надо ли их? Все-таки вынесем другие, которые... Не вынесешь ты, понимаешь? Я упомянул, что Рогино, ты не соберешь ни одного катамарана. Ну, может... Собирать там полдня. Да нет, ну нет, потому что надо Астрогино собрать на гонку отмороженную. Нет, знаешь, для ту страшно было бы то, что два однотипных кораблика, и можно было сделать гонку с прицелом. В общем, на самом деле ничего не надо. Ты будешь светом. Некоторые из них, они просто синие. Но зато синие, все почти красные.